Друзья, всех приветствую на канале Boston Technic. Меня зовут Павел. Сегодня у нас на обзоре штригельная барана Экспом Активатор 2017 года выпуска. Ширина захвата 9 метров. В идеальном состоянии. Наработка у нее небольшая. Видно, еще ржавчина нигде не взялась. То есть и по зубьям сразу покажу. Выработки практически нет. Если гектар 100 и вычесали, то это даже с запасом. Так, давайте по порядку покажу. Место крепления. Тут сразу наработку должно видно быть. Вот, не разбито сильно. То есть видно, что прицеплялась, она работала. Но каких-то критических износов, износа нет критического. Также по раме сварочных швов нигде нет, усилений нет, гидроцилиндры сухие, на консервации, все, вот шайбы еще блестят, левый гидроцилиндр, вот, раму сейчас покажу, вот так, должно быть видно, то есть все ровное. Она в идеальном состоянии. Все бороны на месте. Обломанных нет, загнутых нет. Все, регулировка также на каждой бароне присутствует. Вот еще по втулкам можно увидеть, что износ практически его нет. Чуть-чуть пошорхало пластиковые втулки. Вот, все секции вращаются. То есть момент складывания они проворачиваются на своих пальцах. Вот тяги все присутствуют на складывание. Вот стойка стояночная. В общем, много рассказывать тут нечего, потому что все как должно быть с завода. Единственное, что можно сказать, что она в наличии, продается. И она в идеале. То есть, кого заинтересовало, звоните, пишите. Техника хорошая, достойная. Вот еще резину покажу. Износ резины тут. Возьму процентов 5 износа, на всякий случай. То есть, колеса не без порезов, без растрескиваний всяких. Вот так видно, наверное. Диски ровные. Так что, друзья, кого заинтересовало, звоните. Также напоминаю, что у нас разные формы оплаты, нал, без нал. Все, любые варианты обсуждаем. Вот, так что обращайтесь, всегда поможем. Всего доброго, до свидания.